Как ты готовился к этому чемпионату России? Ну, как вы знаете, у нас недавно было первенство мира по юниорам. И у нас был сбор перед этим. Потом, впрочем, у нас первенство мира закончилось 10 апреля. И я вернулся домой только примерно, 12-го. У меня было 3 дня. Я отдохнул, сходил на одну тренировку. То есть особой подготовки не было. Подготовка была перед первенством мира. То есть то, что мне осталось, то и вышло сегодня, в общем. В принципе, все. А какие задачи ты ставил перед собой именно на этот чемпионат России, чего хотелось тебе добиться? Ну, показать себя, как можно лучше выступить, естественно. В том году я попал в 8-ку лучших. Вот, выиграл там у уфимца, потом у москвича Бурнавцева, то есть проиграл потом Ганею. В этом году что-то изначально, наверное, не пошло, я и в группе плохо отфехтовал. И сейчас по поводу боя инициативу отдал и что-то типа расслабился, я не знаю. Сразу проиграл в счете 5-1, 10-3. Потом, когда что-то, может, поменял тактику, но уже было слишком поздно, чтобы догонять, поэтому я не смог. Может быть, сказался возраст, соперник был старше тебя? Да, возможно, то, что у него опыта, может, побольше было, но я не думаю. Я думаю, то, что виноват я. Отдал бой, начало боя, и, в принципе, потом догнать не смог. А в каком состоянии физически ты подошел к этому чемпионату? Да, в прекрасном. Последний старт сезона, в принципе. Состояние нормальное после первенства мира. Я как бы отдохнувший и готовый был. Говорю же, сам виноват, что проиграл. Сезон подходит к концу. Что ты планируешь делать, чтобы оказаться в следующем сезоне сборной? Ну, у нас межсезонный будет, получается, летом. Угу. Набирать общую физическую подготовку, то есть, не знаю, больше набирать, как бы, тренировать бег, я не знаю, там, еще что-нибудь. То есть, поменьше фехтования, побольше УФП набирать. Вот. Ну, и в плане уже в августе, наверное, думаю, приступить уже к фехтовальным тренировкам, чтобы набрать форму к сентябрю, потому что там первые старты уже будет. Но надо менять что-то, потому что... Сами видите, с такими выступлениями далеко не пойду. А на чемпионатах России у тебя все вполне удачно получается. Как обстоит дело с международными стартами? С международными, к сожалению, похуже, чем на российских стартах. Вот, например, первенство России по юниорам в этом году я выиграл в личных соревнованиях. А вот на заграничных я только на первенстве Европы, первенстве мира был в 16 лучших. А весь сезон на этапах Кубка мира я проигрывал. В 1.32, 1.64, то есть, может, фехтование как-то разное меняется, или сам себя психологически как-то настраивает так, то, что там тяжелее фехтовать, не знаю. Надеюсь, в следующем году будет получше, чем в этом. Чего ждешь от завтрашних командных соревнований? Как вообще готов продолжить? Какой настрой? Ну, жду победы, естественно. Какой человек не будет настроен на победу? Ну, сделаем все возможное. Я фехтую во второй команде, вот. Сетку пока, конечно, неизвестно, но я думаю, у нас команда в хорошей форме, в отличной даже. Я думаю, я тоже нормально сегодня отдохну, высплюсь, и мы будем выступать завтра, показывать хороший, достойный результат.